От Мазера и Притчера уже несколько часов никаких вестей. Расскажи хоть ты хорошие вести, брат. Ну, у Хасана в ноутбуке их полно. Как мы и думали, Хасан занимается всей логистикой. Если в двух словах, то сеть Клирика использует два корабля, приписанных к порту Дубая. А Пентрит, который обнаружили в Сомали и Йемене, он ведь не из Дубая. Нет, мы отследили корабль до Суэцкого канала, но там след обрывается. Черт. Я закончу. Этот ноутбук настоящий клад. Мы нашли информацию о платежах на счета, связанные с неким Стованом Божичем из Сараева. Вот дела. Да, торговец оружием. Маджахеды зовут его Махандес Инженер. Почетное прозвище для образованных. Оно к нему пристало, так что, похоже, ему это льстит. Ему или его кошельку? В смысле? Этот подонок не фанатик, он работает за деньги. С чего ты взял? У меня на этот счет нет никаких данных. Я с ним работал. Он продавал оружие боснийцам во время войны, а в середине 90-х помог нам поймать сербских военных преступников. Он крут, но жаден. Очень жаден. Серьезно? Сможешь взять его? Я знаю, кто сможет. И ему это понравится. Черт, Дасти, я уж думал, ты не позвонишь. Тебе повезло. Последние сведения говорят о том, что Пентритом торгует наш старый друг Стован Божич. Это, сука, Божич. Я еще тогда говорил, что он ублюдок. Говорил, брат. Отправляйся туда, притащи его к нам, и я куплю тебе пиво. Насколько я помню, у него там небольшая армия. Значит, пиво будет ящик. Понял тебя. Конец связи. Какой пароль сегодня? Свои, парни. Круто. Свои. Парни. Отлично. Иду к тебе. Я вижу, Грека все еще стоит, засунув палец в жопу. А ты не изменился. По-прежнему о моей жопе мечтаешь. Как у тебя дела, брат? Ребята, это Вуду. Делайте все, что он вам скажет. Конечно, если только не позовет в какой-нибудь бордель в Дамаске. А мне кажется, это была твоя идея. Может быть. Ты сам-то как? Да неплохо. Да-да, мне говорили. Значит, ты теперь большая шишка. Ясно. Все течет, все меняется, так, Грека? Да, включая и Божича. Он больше не на нашей стороне. Шагатуй, теща! Он в старой олимпийской деревне. Скорее, застанем его врасплох. Что за черт? Ложись! Пошли! Осторожно! Развалены самодельные мины. Мои люди пометили их краской. Держись от них подальше. Слышали? Держитесь подальше от краски. Греко, стреляем до нас в плаже народу съединенных. Мешкачки, жука, щупуего и диабла, и приготовься до атаки. Роби все. Они уже ввязались в бой. Пора двигаться. Я иду к своим людям. Мы прикроем вас огнем. Разберитесь с ними. Нет проблем. Никаких. Давайте с Грека. Там по лестнице. Надо убрать снайпер, потом к зданию не подойдем.
Понял! Слева! Нам не пройти! Это уничтожено! Божич, параноик!
Он все вокруг заминировал. Динго и Тиф пойдут с Каской и Диабелем. Грек и Моник, ты там со мной. Понял. Ясно. Так, там все двери. Обычно! Живи руками!
Став, разберись с теми у заграждения. Цель уничтожена. Заряди! Враг убит. Цель снята. Я пустой, прикрой. Потом встречаемся у катка. Ясно. Будьте готовы ко всему. Не думаю, что они просто так сдадутся. Ясно. Нам нужно быть готовым ко всему, друг. Я слышу впереди движение. Контакт! Контакт! Не расслабляйтесь! Грека, в чем дело? Дело в том, что инженер рядом, но он так просто не сдастся. Будет драться до конца. Главное, чтобы до своего. Уж точно не до нашего, дружища. Хоть бы! Да,
Дасти, это Вуду. Слушай, Вуду. Слушай, брат, мы завязли, а дело серьезнее, чем казалось. Божича, достали? Нет еще, но я боюсь, что мы не с той стороны зашли вообще. Куда эта срань направляется? Непонятно. Скажи мне, что кто-то занимается и той стороной. Дело-то не маленькое. Думаю, Божича, Вуду, остальное все на мне. Ясно. Вызову тебя, когда его поймаю. Ясно. Слушай, брат, у меня тут срочные дела. Мака понял. Конец связи. Алло. Чеку. Божич, нам нужен живым. А вот остальных? На корм червям. Верно. Тогда вперед. Ну вот, парни. Бензин. Черт. Значит, все пошло отсюда. Наверное. Граната! Дым! Смотри! Смотри! Они заходят! Вижу движение. Сдавайся, Божий! Готовича, город, хочешь! Вот на спичке вам открыть! Открывай, став! Он уходит! Скорей! Мы за Божичем! Взять его живым, не убивать!
Понял. Наружу! Мы его достали! Дейд, ты за мной! Атак! Срочно вас попит влево! Снял его! Jak my cię z niego będziemy musieli wytargać, nie będziemy się cackać! Możeś wychodzić z furgonu, cię odwoźmy! Ładna, wytyśnij ją! Руки, руки, руки! Покажи руки! Jedy się! Pobite lepsze! Pomoc! Zwierzyć! Ludy! Bracio! Pomozy te mi! Aj! Musimy przyjmać ty! Odma! Pora sobie pomoc! Слушаю тебя, Вуду. Что сказал Божич? Подтвердил большую часть того, что вы уже знали. Дубай — транспортный узел, два корабля. Один сейчас в порту в Хорватии, им занимается НАТО. Второе судно, Мистерес, вчера вышло из Дубая в Карачи. Понял тебя. Я одного не понимаю, брат. А зачем гонять корабли через Дубай? Хасан ведь не боец, он не эксперт по взрывчатке. Он проверять груз не будет. Ребята из определения цели считают, что это распределенная логистика. Клерик управляет и снабжает ячейки по всему миру, но никто из получателей не сможет указать на источник. Скользкие ублюдки. Брось, брат. Мы раскрыли всю сеть, так что держим их за яйца. И еще кое-что. Божич сказал, что клерик усилил свою охрану. Теперь там главный Садальдин. Отлично. Собирайся, вы с Мак отправляетесь на Мистрес. Надо попасть на корабль, пока он не зашел в пакистанские воды. Надо нам завязывать так встречаться. Значит, вы выбрали имя? Том хотел Майкла, но будет девочка, так что не получилось. Ну, значит, Майкл будет следующим, чтобы когда... Изабелла. Да, да. Когда Изабелла заведет подружек, Майклу будет из кого выбирать. Милый! Что?
Мы же так с тобой познакомились. Спасибо, Боже, за старшую сестру. Минутку. Да? Ну ладно, я, пожалуй, ненадолго отлучусь. Сколько? Эй. Я подумала, что уже и не помню, когда в последний раз мы вчетвером... Я замужем за ним 22 года. И я поняла одну вещь, которую не все жены понимают. Лучше, чтобы муж был счастлив, чем чтобы он был в безопасности. ثانية. ما بتوقف. У тебя очень упорные друзья. Не расскажешь мне, кто они такие? Семья, друзья. ЦРУ. ما بحكي. ما راح يحكي. إذا لم يتكلم لن يعيش. Кто там на том конце провода? Твоя мать. انتبه منه ولا على مركان. شو بدك تسوي بالسجين الثاني؟ أجد ما يعرف. ما راح يحكي. لن يرى ضوء النهار إذن.